Здравствуйте, здравствуйте. Это Мирабай. Сегодня я хочу поговорить с вами, как общаться с иностранцами. Я рассказываю про свой опыт. Здесь на видео я хочу представить вам моих двух языковых партнеров. Это Дэнни и Дэниел. С Дэнни мы разговариваем, поговорим, как мы учим английский язык. И с Дэниелом по-русски, а дальше по-английски он рассказывал про друга, который приехал к нему, потом уехал. Они с женой работают в Нью-Йорке, каждый день ездят на поезде. Internet took more things, more possible for learning. Because yeah. I want to practice, I want to everything. Alright. Я хочу вас снять на видео. А ты хочешь, чтобы я буду говорить по-английски? Можно по-русски. Я хочу, чтобы вы, люди, как я, вдохновлялись с вами. У вас такой почтенный возраст. Я люблю ваш возраст и очень-очень уважаю вас. И хочу, чтобы другие люди видели, что вы американец и говорите уже 35 лет на русском. Век живи, век учись. Ну, вы молодец. Understand what I said? Yes. They work together in New York, and they take the train to school, and it takes about an hour to get there. They work in Manhattan.